желудок. Консервация, можно сказать, уже в разгаре. И сегодня я делаю заготовку на зиму — компот. Компот будет ягодный, из черной, красной смородины и вишни. Но я такое делаю мохито домашний, добавив лимон и мяту, плюс сахар, получится, ну, я бы сказала, непередаваемый вкус. Для начала я все это перемою. Подготовлю бутыля, предварительно их помою. Я бутыля не стерилизую, а крышки простерилизую. Ягоды перемытые, мята, лимон тоже. И теперь буду заполнять бутыля. Сначала положу вишню, потом смородину. Вишню разложила, теперь добавляю смородину. Делаю такое ассорти. Здесь у меня вот и черная смородина, и красная. Я не буду обрывать для компота хвостики. Компот будет насыщенный, они тоже придадут аромата. Где-то по пол бутылька получилось ягод.